До Нового года осталось еще несколько дней, а маленькие балаковцы уже начали отмечать самый веселый праздник. Где? Конечно же, возле главной елки города. Вместе с Дедом Морозом и сказочными героями к детям в гости пришел Теплослав. Этот персонаж уже знаком ребятам, потому что в течение года он приходил в школы и детские сады, чтобы рассказать о правилах безопасности. И вот на этот раз он устроил праздник не только веселый, но и познавательный. Раскаленная стрела дуб свалила у села! Что это? Все загадки Теплослава были связаны с теплом и электричеством. И это не случайно, ведь он – теплоэнергетик компании «Т-плюс», который всегда спешит на помощь детям. Вот и на главной елке наш герой помог спасти подарки, которые украл тигренок. Конечно, юные участники праздника и сами вполне могли справиться с полосатым воришкой, но все-таки помощь взрослого лишней не была. Кстати, взрослые – и мамы, и папы, и бабушки, и дедушки – тоже активно участвовали в мероприятии и словно вернулись в детство. Дед Мороз, Снегурочка, мышка. Все понравилось. Да. Лишний раз выйти в холод на улицу, повеселиться все вместе. Тебе понравилось? Да. А игры понравились, которые да. устраивали? Дед Мороз? Да. Все понравилось. Ну, если будут еще проводиться таких мероприятий, обязательно пройдем. Погода в этот день порадовала и, наконец, укрыла все вокруг легким снежком, создавая новогоднее настроение. И праздник от теплоэнергетиков получился по-настоящему зимним. Стараемся принести людям не только тепло и свет в их дома, но и провести социально значимые мероприятия, направленные на поддержку граждан нашего города. В этот день мы проводим елку для детей. До этого мы ставили детские площадки в 3-м ГЭМ микрорайоне. Такие акции проходят по всей стране и в зонах присутствия ПАО «Т-плюс». Этот праздник был теплым и душевным, и скучать здесь никому не пришлось. Балаковцы водили хоровод вокруг елочки, участвовали в конкурсах и выполняли задания от зайчика, символа наступающего Нового года. А еще угощались горячим чаем и вкусными пирожками, чтобы согреться на морозе. Ну и, конечно, получали зимние подарки от Т-плюс – ледянки. На память им останутся фото и позитивные эмоции. Мне очень понравился этот праздник. Пришел к нам на праздник Дедушка Мороз. И следующий год... Черного зайчика. Всех с Новым годом!